крем-брюле сделала, посмотрю, если не понравится, мы его изменим, значит, это крем-брюле, превратим его потом тогда в сиреневый вот такой. Представляете, ой, раз, уже готово. О, яичко, ну-ка, пусть еще полежит, я так думаю. Сейчас я хорошенько размешаю этот состав. О, видите, какое красивое. Да, вот. Так, и сейчас я вам покажу. Причем я все делаю без перчаток. Кто-то скажет, вот чего она без перчаток. Да мне плевать, я люблю все вот натурально ручками потрогать. Так, ну что, пакетик вот этот я выбрасываю. Такой у меня красивый пакетик был. Да. Кстати, бантик красивый. Я его, наверное, вынежу куда-нибудь, он мне пригодится. Я люблю все такое красивое. Так, ну что, пальцы у меня, конечно, все крашеные. Так, ну смотрите, вот он мой эксперимент, который я сотворила. Вот она у меня яичко, видите, какое оно? Какое-то такое голубоватое, да? Какое-то, ну-ка, на свет его, если вынести. Вот, если оно, вот она. Собственно, вот, ну, слабовато покрасилась, да? Средняя такая покраска у него. Не удовлетворяет она меня, эта покраска. Вот, конечно, я сейчас ее подержу еще там, пусть полежит пока. А если мне не удовлетворит эта покраска, вот я что сделаю? Я возьму эти, сделаю розовыми, красивые яйца, да? Вот. А потом, смотрите, я вот беру, вот здесь у меня персик, вот он, цвета персик у меня краситель. Невзрачненький такой, незначительный, да? Ничего не дает он как-то. В общем, он нежный такой получается, персик. А мы его вот сюда тоже, мы сейчас это сделаем. Вот это вот, смотрите, я беру отсюда красную краску, перекладываю сюда, чуть-чуть отливаю, переливаю. Мне сказали, Лена, не говорят, отливаю. Отлить это значит что-то сделать. Как молодежь меня научила, говорит, сейчас не модно говорить так. Ну, мы раньше говорили, залью, перелью. В общем, как-то не следили за этим особо. Ну, вот оно будет нежно-розовое, может быть, пусть оно там лежит. Так, а это вот уже, видите, какое красивое. Ой, что значит, да, красочки такой полежало пищевой. Так, ну пусть лежите там. Оставлю я вас там краситься дальше, голубчики мои. Так, ну а это можно, конечно, в большую кружку. Сейчас я сейчас возьму так большую кружку, потому что там сиреневый эффект от капустки. Вот видите, от куркумы какая кружка. Да, покрасилась как. Так, аккуратненько перекладывайте яичко. Берете вот так вот. Ну, в принципе, покрасилась, да? Такое красивое. Да, может быть, даже его не мешать с этим. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Сейчас я, если его в эту вот семейку поставить. Вот оно у меня будет здесь. Ну-ка. Сейчас. Ой, господи, так. Ага. Если мы его сюда вот сейчас подставим. О, капнуло. Все-таки умудрилась чем-то капнуть я. Надо скатерть будет стирать. Ну, смотрите, вот. В принципе, оно красивого цвета такого, да? Тоже, да? Нежное. Вот пусть и останется такое, да. Короче, не буду я его розовый окунать. А пусть оно там и полежит. Где оно лежало, в капустке в этой. Так. Вот, красный. Оставлю я. Так. Угу. А вот если вы посадили пятнышко, да? Я беру вот такое средство, вот у меня биомио, да? Вон, покупала. Берете вот так вот. Раз на скатерть. Я раньше всю скатерть стирала. Вот, а сейчас беру. Ой, любое пятно. Раз. На ковре, на кровати, вот на покрывале. Я когда крашу, у меня бывает копейки, копейки попадают. И оставляю цвет. И я так раз вот этим средством замыла. Что ковер, что скатерть. Мне получается чистенько уже. Раньше я всю скатерть хват и в машинку стиральную. А теперь я вот так беру. О, видите? Результат, да? Вот. И все. Так вот. А пятнышко, которое такое незаметно останется, вы его потом в машинке крутанете. Ну, по крайней